Всем привет! Вот мы приобрели для Якова вот такой вот наборчик. Называется смурфики. Яйцо с подарком. И сам смурфик, который тоже держит подарок, а в нем, наверное, конфетки. Сейчас мы посмотрим. Вот тут вот сверху надо. А, нужен нож. Разорви упаковку. Зачем? Вот, ниже опускай. Я сам открою. Я уже умею. Смурфики. Нет, я не могу. И вот. Вау, пазлы. Подожди, заберу. Так, давай посмотрим, что у нас здесь есть в яичке. 4 наклейки наших смурфиков. Упаковочка маленьких конфеток. И пазл. Пазл, который мы можем сейчас сложить. А еще у нас там был вот такой вот смурфик, у которого в руках тоже подарочек и что-то там... Извини, сейчас мы попробуем открыть тоже. Подержи. Тихо. Отодвинь. О, написано у нас. Пресс. Надо нажать. Ну давай. Ниже. И что пресс. Там? Открываем. Открывай. И там опусти, есть. Опусти. И там есть. Ну, где это мы? Да. А, конфетки. Шарики! Тоже точно такие конфетки, только... Дай сюда, сюда. Только что они уже в рассыпку, без пакетика. А еще это брелочек, который можно вот так вот присоединить тут на сумку. Или школьную. Да. Или на какой-то рюкзачок. Сейчас мы попробуем еще сложить пазль. Вот такая вот бумажечка у нас была вместе с пазлем. Есть 8 пазлов. Можно вот сложить вот 8 штучек. Что мы кушаем? Мы делаем вот этот пазл с гаргамелем. А, да? Сейчас посмотрим. Ну, я должен увидеть. Давай. Вот такая картинка у нас вышла. Пазл сам по себе очень жиденький. Так он очень быстро ломается. Потом надо складывать очень аккуратно. До новых встреч. Всем пока.